Всем привет, друзья! На связи с вами Евгений Жибанов, и это второй ролик из цикла моих роликов, где мы прозваниваем партнеров компании Dream Towards, которые находятся в топ-10 компаний по заработку в долларах. Сегодня мы будем звонить Наталье Жуковой. Ее заработок на сегодняшний день это 14 325 долларов США. Это довольно-таки неплохие деньги, я бы даже сказал, очень хорошие, учитывая то, что социальная программа, благодаря которой эти деньги зарабатываются, запустилась буквально пару месяцев назад. Пара месяцев, и люди вышли вот на такие вот чеки, друзья. На самом деле, это не предел мечтаний, это только начало. Если вы занимаетесь заработком денег в интернете, то вы прекрасно понимаете, что все дальнейшие заработки, они будут расти и расти и расти в геометрической прогрессии. Через 3-4 месяца эти цифры уже будут за 30 тысяч долларов, за 50 тысяч долларов и так далее. Чтобы было понятно, что это не скрин, то есть я сейчас обновлю страницу. Даже мы, наверное, не обновим страницу. Мы сейчас сделаем вот так. Я зайду на главную страницу нашего сайта. И оттуда мы снова зайдем в топ-10, чтобы вы увидели, да, что это официальная информация, официально размещенная на сайте нашей компании, которую можно проверить. То есть нажимаем вот так на топ-10. Страничка открывается, загружается. Снова видим эту же самую страницу. Вот у нас Наталья Жукова. То есть здесь все выделяется вот так вот. То есть это реальная страница. Дальше, что еще можно здесь добавить, то, что я не говорил это в прошлом ролике, добавлю это сейчас, то, что можно зайти к нам на сайт, можно зарегистрироваться по ссылочке в описании, естественно, вы попадете вот сюда на главную страницу, и здесь можно видеть в режиме онлайн, кто сколько денег выводит из компании. То есть это очень классная такая штучка, такой классный блок, его недавно у нас добавили, вот он называется «Последние выплаты», сегодня у нас 9 октября, то есть вот у нас 9 октября, можно посмотреть, да, то есть логин человека и сумму, которую вот он вывел, то есть вот какой-то человек с каким-то таким вот логином, да, логин, естественно, закрытый наполовину, ну, это в целях безопасности, и вывел 225 долларов, еще человек 225 долларов, вот 25 долларов человек вывел, это, кстати, скорее всего, нет, это разные, здесь разное количество точек, ну, не суть, да, то есть вот люди в среднем там 25, там 200, 300 баксов выводят, это довольно-таки серьезные деньги, хорошие деньги, это хороший заработок. Это не копейки там по 100, по 200 рублей, да, это доллары. Это доллары, друзья. В принципе, все, да, давайте мы сейчас позвоним Наталье и спросим у нее, как она дошла до таких результатов. Алло, Даша. Наталья, вечер добрый. Или у вас еще день? У нас день. День еще, да. Вы мне скажите, вот я искренне и правда не понимаю, вот как вот у вас вот это получается? Вот у вас сегодня опять новый человек, вы где их берете? Вы их там выращиваете где-то, что ли, или что? Они у вас как этот, как во «Властелине колец», наверное, когда там этих гремлинов, этих гоблинов там создавали, в грязи их выращивали. Вы их, наверное, так же, да, где-то там почкованиями они у вас размножаются. Там подозрело яйцо, яйцо раскололось, оп, новый партнер, да? Как это происходит? Они у нас на самом деле каждый день. И бывает даже по два, по три человека. Ну, по три это редко, но бывает и по два, и по одному. Но фактически каждый день, просто мы их не добавляем, они у нас не все в скайпе. Вот вы мне вот это и объясните, как это у вас происходит. У вас что там, какая-то секта, я не знаю, там как-то все собираетесь в кучку, там какое-то у вас колония поселения какая-то, я не знаю. Вы там адептов как-то принимаете, как вы это делаете? Смотри, Жень, видимо, изначально я же пришла с командой, да, у меня сразу стартанули, ну, наверное, человек 30, я так думаю, вот на самом старте, да, вот, и, ну, видимо, со мной пришли сильные люди, понимаешь, слава богу, что есть лидеры, да, которые и самостоятельно работают, и, в общем-то, три фокус-группы в день. Я думаю, что, ну, это нормально тогда, в принципе, для оповещения народа. Не знаю, как-то вот, ну, как-то так. Мы же и на крипте тоже работаем. Только я сразу говорю народу, нужны цели быстрее, нужны цели проще, без обгонов. Берем социалку. Угу. Плюсом ко всему, ну, у нас всегда есть 200 баксов, например, в команде, вот если кто-то хочет зайти на кредитование. А, ну, через систему кредитования, я понял. Ну да, то есть мы не просто говорим человеку, что ищи где хочешь 200 баксов, если ты хочешь кредитовать, да? Uh-huh.
они всегда есть в команде, и мы всегда в этом плане как бы помогаем своим людям, то есть мы внутрянка перегоняем. Вот сегодня мне опять написали, говорит, Наташа, к 4 часам нужны 300 баксов внутрянкой, тут же с возвратом. Ну, я никаких проблем найдем. Ну, а вообще скажи, Наталья, вот то, что ты находишься вот в топ-10 компании, вот когда, ну, вот открываешь сайт, да, то есть ты в топ-10 на 4-м месте, ну, жалко, конечно, что не на 3-м, но все равно, на 4-м месте, скажи, это как-то тебе вот помогает именно в поиске партнеров или разницы нет на самом деле? В топе ты, не в топе, а вообще любой человек может пригласить любого. Ну, смотри, на фокус-группах, естественно, я открываю эту вкладку. Я сначала открываю вкладку с биткоинами, с эфиром наверх, да, я двигаюсь, топ-10. То есть я показываю, что это же живые реальные люди, с которыми вы тоже, в принципе, можете познакомиться. Они у нас в чатах и так далее. Спускаюсь уже вниз и говорю, что команда наша в топе-10. Соответственно, мы профессионалы, мы знаем, как это все происходит, мы с опытом, ребята, да, вот, и научим вас, собственно, таким же классным результатом. И дальше я уже начинаю людям показывать, почему они абсолютно ничего изначально не теряют. То есть я делаю акцент на прочный фундамент, я делаю акцент на то, что компания уже проверена людьми, да, что я, например, не работаю в стартовых проектах, никогда я не рассматриваю стартовые проекты. Вот. И потом сразу перехожу на то, что сразу человек получает очень много ценностей, которые он может использовать где угодно. И перехожу уже как бы вот на эти ценности и, соответственно, потом на деньги в социальной программе. Это вот то, что по фокус-группам, да? Вот. Ну, как-то так, просто... Ну, вот смотри, смотри, то есть вот по твоему темпу, по твоим вообще вот как бы, как вот ты работаешь, да, по темпу твоей работы, то есть я так понимаю, ты себе цель поставила закрыть социалку к Новому году. Ну, конечно. То есть к Новому году у тебя все, 26 тысяч долларов, то есть это твое, и мы будем видеть ролики о том, как ты их вывела, и все классно. Абсолютно верно. Ты там запись делаешь? Конечно, ну вот видишь, как это догадливая. Вот, видишь, да, в принципе, на этом все вопросы теперь уже убиты, я так понимаю, так что жди выхода моего ролика, посмотрим, что из этого классного получится. Вот. Дело в том, что один в поле не воин, и для меня огромное счастье, что у меня в команде активные люди, да, которые понимают ценности своей жизни, это, конечно, самое главное, потому что каким бы я ни была активным, амбициозным человеком, один в поле не воин. Это не, мы знаем, это, да? Это конечно, да, как бы. Да, здесь даже дело не в том, что один в поле не воин. Дело в том, что у одного человека всегда есть потолок, есть свой предел. То есть, если, допустим, ты в силу своих там амбиций, там, своей скорости и так далее, в месяц, грубо говоря, в одно лицо сможешь сделать 10 тысяч долларов, но это будет твой потолок. А с командой за месяц можно сделать не 10 тысяч, можно сделать и 20, и 30, и 300 тысяч. Конечно. Поэтому мы в сетях, мы понимаем силу сетей, в общем-то. И поэтому мы в компании, в которой и максимум на вывод, ну, на выход в сеть, да, то есть 100%, еще и много прелестей, которые уже человека убирают от момента того, что он заплатил просто за бизнес-места, что происходит везде, да. Ну, в принципе, Наталья, спасибо большое, что ответила на звоночек. Как бы успехов тебе, иди такими же темпами. Прям чтобы завтра твоя фамилия была уже на 3-м месте, прям желаю тебе. Потому не, что... на первом. Ну, тройка лидеров — это уже неплохо. А вот через недельку там уже на первом. Ну, все тогда, спасибо, да, Наталья, тебе большое. Если что, да, я на связи, еще поговорим. Ну вот, в принципе, друзья, и все. Это был у нас второй человек из нашего топ-10 партнеров компании по заработку в криптовалюте, по заработку в долларах. То есть вот у нас Наталья Жукова, и она у нас находится в топ-10 по заработку именно в долларах, именно в социальной программе. На данный момент, на 9 октября 2018 года, у нее заработано почти 14,5 тысяч долларов, друзья. Это деньги, это...
это не 100 рублей, да, знаете, вот много людей видишь в социальных сетях, которые там выкладывают свои чеки, что там, вот мне там пришло 400 рублей, я такая радостная, там все хорошо, друзья, 400, какие 400 рублей, такие деньги делают люди, это не просто деньги, это прям деньжище. Радоваться тому, что ты заработал 400 рублей, как делают это многие люди в социальных сетях, ну, здесь не радоваться, здесь плакать надо. Вот от таких цифр надо радоваться, вот к таким цифрам нужно стремиться. И если ваша компания, там, ваша команда, ваш там холдинг, или называйте это как хотите, то место, где вы сейчас зарабатываете, не дает вам заработать вот такие суммы в течение пары месяцев, ну, оттуда просто нужно уходить. Нет, я не призываю к тому, что не говорю о том, что какая-то компания плохая, вот наша компания самая хорошая. Нет, много хороших компаний, везде можно зарабатывать, но вопрос в том, за какими деньгами вы сюда пришли? Вы пришли зарабатывать по 400 рублей в день? Ну, окей, хорошо, зарабатывайте по 400 рублей в день, но знаете, что есть люди, которые зарабатывают по 14 тысяч долларов. И это реальные живые деньги, друзья. И здесь, опять же, я часто на своих вебинарах, часто на своих фокус-группах делаю сравнения, да, зарабатываешь ты там 300-400 рублей в день, когда ты забираешь эти деньги, помни одно, что на вокзале, на автовокзале твоего города сидит бабушка, которая торгует жареной рыбой, и сегодня она заработала в два раза больше, чем ты. И пусть вот эта мысль не будет давать тебе покоя. В принципе, на этом все. На связи с вами был Евгений Жибанов. Успешного вам бизнеса, хорошего вам настроения и огромных чеков. Пока-пока!